среду в своей квартире в Москве застрелился бывший чиновник столичного управления Минимущества. В этот день Владимиру Полютову должны были вынести приговор по громкому делу о злоупотреблениях на 2,5 миллиарда рублей. За незаконную приватизацию унитарного предприятия «Станкоимпорт» чиновник мог получить 10 лет лишения свободы. Владимир Полютов и его экс-руководитель Татьяна Найденова, также обвиняемая по этому делу, до приговора оставались под подпиской о невыезде.